Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет! В этом видео я устроил прятки с таким ютубером, как Бурсач. Прятки получились необычные, так как мы прятались именно на машинах. Вроде бы серия получилась довольно-таки прикольная, интересная. Если вам такого рода контент зайдет, пацаны, то обязательно ставьте лайки. Если будет много лайков, то мы продолжим снимать подобное. Поэтому все зависит только от вас. Ну а я хотел бы напомнить, что играю на первом сериале Один Хлеплей. Мне Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мне при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Один Хлеплей. Ну что ж, давайте сначала объясним, как вообще все будет происходить. Прячется кто-то один из нас, я или Максим. Кстати, мы будем вырезать, типа, когда я буду прятаться и когда он. Если хотите посмотреть, как он прячется, можете перейти на его канал, ссылочка будет в описании. Ну, как я прячусь, вы можете посмотреть у меня на канале. Итак, как мы делаем? Давайте открою карту. Смотрите, вот от МЧС, получается, до особняка, который находится возле рынка, мы можем прятаться. В Новый Батырево и там в сторону Кёрниса нам ехать запрещено. И дальше рынка тоже. Ехать там нельзя. Сейчас мы кинем монетку, и кто кому что выпадет, тот в принципе первый прячется, получается. Ты что выбираешь? Давай я буду орлом. Решка выпала, я первый прячусь. Окей. Получается, у Максима вот Mercedes E63 S. Я на гелике буду прятаться. Так, у меня есть 5 минут, в принципе. Давай, я буду прятаться. Минут, сейчас у нас. Так, с 38 минут начнем. Или с 39? С 39. Сейчас 39 стукнет, и я поеду прятаться. Я забыл, надо было скачать таймер на телефон. Ну ладно. У вас на экране есть, что будет таймер, когда я буду искать Максима. Так, 39 минут. Все, я еду прятаться. А Максим через 5 минут едет меня, в принципе, искать. Ну, не через 5 минут, я когда спрячу, скажу ему, и он уже может ехать искать, короче. Сейчас я вам клист сделаю, ТСБ. А ты клист ТРК сделай. Я тебя видел, потому что таких листов мало. Честно, я не знаю, где прятаться, потому что я таким не занимался вообще. Но если вам, пацаны, понравилось подобное, то мы сделаем тоже прятки, но уже без машин, пешком, то есть, ну, своим ходом. Тоже будут прятки. Ну, возможно, какой-то приз там сделаем. Нужно спрятаться хорошо. Но где именно, я не знаю, потому что здесь мало мест, но, в принципе, если хорошо поискать, то можно неплохо так спрятать. Блин, вроде как бы такая маленькая территория, да? Ну да, все равно искать. Тем более на время искать это намного еще сложнее. Так, ну, я, короче, спрятался. Да. Все? Так да. Быстро? Да. Окей, все, я выезжаю, да, за тобой тогда? Да. У тебя оранжевый крест, правильно? Да, 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 правильно. Ну, ты будешь там проезжать, и я, типа, будешь спрашивать, я там проезжал или не проезжал, если ты не будешь меня находить, понял? Окей, окей. Я буду тебе подсказывать. Нет, ну это, пацаны, будет интересно, потому что, типа, ну, прятки на машинах. Ладно, там, ну, пешком это сложнее, жестко, мне кажется. Да. Вот если на машине, то это будет сложнее. Так, я точно крест тебе поставил в ФСБ? Да. Я был на вокзале, тебя тут нет. Может, здесь? Возле старого магазина? Вроде как нет. Так, я тебя пока что не вижу вообще. Ну, я возле аптеки сейчас, конечно, пытаюсь. В стороне, в стороне особняка где-то. А, если ты меня не видишь, значит ты где-то в другой стороне, где-то ближе к МЧС, правильно понимаю? Ну все может быть. Но ты еще не проезжал возле меня. Может быть здесь. Так, я помню. А я тебя вижу, кстати. Вот, пацаны, на миникарте можете смотреть, там будет его видно. Такой оранжевый квадратик. Ну я бы не сказал, что я прям хорошо спрятался, но меня типа не видно никому. Я тебя вижу. У меня где-то еще 2-3 минуты, да? Правильно понимаю? Пипец. Ты меня видишь, да? Ну, я тебя очень далеко вижу, ты далеко от меня. А, вот. Я вижу, что там есть какой-то квадратик, но я понимаю, что ты, но я тебя, ну, типа, близко не вижу. А сейчас? Теплее? Нет, тебя вообще теперь не видно. Офигеть, лол, где ты сныкался, Кирилл? Ну, я ближе к военной базе, я тебе так скажу. Не знаю, я бы тут тебя точно не искал бы, конечно, в этом месте, ну. Да ё-моё. А, ха, точно говоришь бы не искал? Не в особняке случайно ты обитаешь. Чё ты примолк, там что ли? Нет. А где? Очень тепло. Очень тепло. Да где я? У меня 2 минуты еще, да, бля. За особняком? Горячо, сильно горячо. Бля, да ну. А, лол, привет. Все-таки ты меня нашел. Так, теперь поехали обратно туда, где мы были, и ты уже будешь прятаться. Давай, так, все, Максим спрятался. Как он прятался, можете посмотреть, если что, на его канале, ссылочка, повторюсь, есть в описании. Все, время прошло, получается, 47 минут. То есть в 52 минуты я должен тебя уже найти. Ну, до 52 минут. У меня клист оранжевый. А я могу вообще, ну, двигаться в своей зоне небольшой, так хоть на метров 5.
примерно, хз. Или нет? Ну, допустим, вот ты выезжаешь, и я за какой-нибудь уступ там спрячусь, нет? Или как? Не знаю, лучше устань как есть, и все. Ну, окей, тогда буду стоять, если что. Так, блин, тут такая нычка хорошая, кстати. Если оранжевый, то ты у меня на мини-карте есть. Ну, значит, рядом. Ну, я возле банка, короче. Блин, главное, чтобы меня не посадили за надо поезду. Ой-о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 й. Дела-то плохи. А дела-то очень плохи. Я там хотел спрятаться. Блин. Бля. Так, надо выехать. Камон, так быстро. Подожди, это проблема. Я тебя, короче, дошел. Да, давай я тебе помогу. Я просто хочу назад сдать и припарковать машину хотя бы. Дела очень плохи. Так, все, я выехал. Как так быстро, блин. Я просто там тоже хотел спрятаться. Так, все, тачку припарковал на всякий случай. Так, ну поехали обратно, давайте. Два раза еще спрячемся, я думаю. Так, все, 50 минут, я поехал прятаться. Давай. Бля, ну это реально, пацаны, сложно. Вот, возможно, вы там смотрите, вам кажется, типа, да, я бы спрятался там легко. Да. Но ни хера подобного. Тем более на гелике спрятаться, ну это такое себе, знаете, ну тут еще постараться нужно. Блин, надо было АКУ брать. Бля, ну это сейчас сложно. Вот, сейчас реально надо подумать, чтобы, типа, заныкаться нормально. Ну, блин, здесь реально нужно постараться, чтобы заныкаться. Потому что мест довольно-таки мало. Угу. Если мы будем дальше, типа, на машинах снимать, то мы будем менять просто локации. Ну, да, и типа, все. Там, в Южном или еще где-нибудь. Так, я спрятался. Окей, так, ты спрятался почти за минуту. Окей, тогда 51 я... Ну, все, я тогда поехал искать. Ну, не знаю, я, типа, заныкался, но... Ну, вроде как не очень, да? Или как? Не, нормально так, получше, чем ты. Хотя не знаю. Тут я бы поспорил. Ну, сейчас посмотрим. Я тебя вижу на карте. Опа, опять в этой стороне спрятался, да? Ясненько. Не понял. А, это другой гелик, окей. Ну, вот это реально интересно, когда ты сидишь, просто ждешь, тебя найдут или нет. Особенно, когда ты ездишь и смотришь... Каждую лазеечку. Да, и как дэмятся другие чуваки возле ВЧ. Ну, без дэма никак вообще. Не у клуба Сани случайно ты сныкался? Не. Не, такой говорит. Не, такой. А на самом-то деле здесь? А, нет, не здесь. Интересно. Меня видно на карте? Да. Блин, я даже не знаю, что щекнуть. А где ты, ё-моё? Ты был так близко просто. Очень близко. Колись! Прям очень горячо было, прям ай. Я прям очень горячо. Ай, да? Да, прям ой-ой-ой. Так сильно горячо было, что очень охуел. Так, ну если горячо, то... Очень горячо было. У тебя ещё есть 2 минуты. Сейчас горячо? Очень горячо? Нет, сейчас нет. Минуту назад было очень горячо. Камон, ну ты чё? Ты где сныкался? Я хорошо сныкался, наверное. Если ты меня не можешь найти. Ты где? Я вообще не пойму. Ты обратно был очень горячо возле меня. Вот только что? Вот недавно? Или как? Да, недавно. Прямо ты очень горячо. А где ж я сейчас не чекал? Где, где, где? Ты 2 раза возле меня проезжал. Не пойму, где? Ой, блин. Колись. Давай подсказку, давай жесткую подсказку по-братски, ну. Возле бургера. Ну, бургер на карте нарисован. А, ё-моё. Не, ну реально, без подсказок невозможно. Не, ну, ну это неужели, понятно. Неужели внутри? Неужели внутри? Тебе остается пару секунд. Да где? Возле бургера, где? Вышло время. Под смотри клист. Чекай клист просто. На давай. Карте. Сейчас я какой включу? Ну синий давай. Синий включу. А я ж чекал возле, блин, этого. Посмотри, заеди, я стою. А, лол, нифига. Опа, прикольно. У меня будильник. Офигеть, ты заныкался. Как я? Без ты так близко возле меня был просто. Пипец. Поехали, теперь ты будешь прятаться. Давай, камеру вверх поднял? Да, да. Все, я погнал. Повторюсь, пацаны, кто хочет посмотреть, как прячется Максим, ссылка на его канал есть в описании. Так, все, ты заныкался, да? Чё-то ты быстро, дядя. Ну, я просто знал заранее. Да, давай на четвертый или на... Какой тебе сказать? Вижу я тебя или нет? Ну, давай, да, сейчас... через 2 минуты скажешь. Окей, давай, значит, получается сейчас 4.30, в 2.30. Понимаешь, просто меня накрутило, типа, что ты хорошо спрятался, я тебя ищу там, где я бы сам туда не поехал. Ну, блин, я догадываюсь, где ты можешь быть. Так, нет, здесь ты не проехал бы. Не, давай я тебе на 3D скажу, чтобы ты проще было, потому что... Угу. Блин, ну сейчас. Я пока что вообще не могу понять, где ты можешь быть. Ну, знаешь, мне так захотелось отомстить тебе, что прям вообще не нужно. Поэтому я спрятался в жестком месте. Ну, не знаю, жестко не жестко, я тебя вижу, но очень-очень далеко. То есть я на краю радара. Понял, я тебя понял. Ты меня очень плохо видишь. Да, очень плохо было, но сейчас было, ну, я тебе скажу, неплохо. Так, я понял. Тебя 2,5 минуты. Меня сейчас расстреляют из-за тебя, блядь. Я тут просто на территорию заехал. Да блин, где ты, блядь? Я такое место заехал, что ты, блядь... Ты был, ну, рядышком. Я бы так сказал, рядышком, но не горячо. Не жарко, но... Не горячо? Ну, на карте я тебя вижу, да, хорошо. Очень хорошо. Блин, сколько у меня времени осталось? 1,5 минуты у тебя остается. Блядь! Так, ты меня хорошо видишь.
Блин, у меня варники полетели, это плохо. Прохладно? Да, прохладно стало, ты отошел от того места, где я сейчас. Да блин, тебя там не может быть, я там все уже посмотрел. У тебя остается 50 секунд. Уезжаешь от меня, вернись, вернись, вернись. Да где ты можешь быть, у тебя нету. Есть, ай, есть, меня, есть, блядь, есть. Буханка въебал. Подожди. Не 30 в том? Секунд у тебя, братишка. Да, не в том, не в том. Очень рядом ты ходишь. Вот ты не заезжал еще в эту локацию, как бы я тебе могу подсказать на 10. Нет, на 10 это, наверное, жестко будет. Давай на 20 вот сейчас. Короче, ворота. Ворота, братан. Открывающиеся ворота, дальнобойщики. Дальнобойщики? Вот. Да, очень рядом, 9 секунд. Нет, ты не успеешь, скорее всего. Да, ты отъехал уже далеко. 5, 4, 3. Бан! Все, братан. Ты стой на месте, подожди. Окей, я в клис. Еще клис синий. Ну, к базе дальнобойщиков подгони. Ворота справа, чекай, ворота справа. О, да. Блять, да, да, я да, хотел да. сюда заехать. Но вот я думаю. Тут я стоял. Я думал, блин, типа ты тут не спрятался бы. А я вот взял и спрятался. Ё-моё, я ж хотел сюда, я захотел на эти ворота, там на видео посмотришь. Я хотел заехать, но типа думаю, ну типа глупо рядом сильно прятать. Ну, блин, глупо, да не глупо, но... 1-1, короче. Да-да-да, 1-1. Так, пацаны, мы, короче, уже на месте. Поменял Максим машину, у него теперь вот такая М5 без номеров. Я еду прятаться, потом он будет прятаться. Так, я клис выключил, ты клис ставь оранжевый. Угу. Блин, я не знаю, где типа заныкаться можно. Типа, блин, там, где я до этого хотел спрятаться, там было бы намного жестче. Ну, в принципе, все, я спрятался. Окей, это время пошло. Угу. Так, все, я еду. Неужели ты опять в стороне МЧС? А, ой, я вижу тебя, вижу. Ага, ага, ага. Ну, не прям поблизко, но вижу. Ну, сейчас мы посмотрим близко, не близко. Ку-ку, ёпта! Это не я, это не я, это не моя машина. Это не моя машина. Ладно, блин, ну да, место, конечно, такое себе. Ну просто то, что ты меня увидел, то, блин, тут два варика. Либо я возле контейнера спрятался, либо здесь. Так, все, Максим спрятался, давайте я сейчас буду его искать. Ну, блин, это будет сложно, если ты там что-то там старался, я слышал, поэтому... Я не старался, я просто ездил и нашел. Да. Я тебе серьезно. Конечно. Я не удивлюсь, если ты спрятался на том же месте, блядь, где до этого прятался. Поэтому я зайду, проверю. Все может быть. Я удивлен, что нас еще не посадили в Деморган. А ты со звуком играешь или нет? Я без. Блин, ну хз, где ты мог спрятаться, конечно. Ай-яй-яй, спасибо большое. Я тебе могу сказать, что ты ищешь в том направлении, скорее всего. Скорее всего, или в том направлении? Не знаю. Кто-то заволновался. Ты мог спрятаться там, где я прятался, я тоже удивлюсь. Так, здесь тебя точно нету. Так, сколько у меня еще там времени есть? Ты рядом. Ты очень рядом. Блин, на видосе будет угар совсем. Блин, я не знаю, это очень... Ну вот ты был только что в том месте. А, я тебя вижу. Вон всё ты, видишь? Возле контейнера, да. Да, я просто стоял там и сюда заехал. Я заехал, смотри, тебя нету, типа, думаю, ладно. Да, я такой молчу, хочу заржать, угарнуть. Я же тоже тогда ржался на видео, когда ты, типа, тоже так проезжал возле меня. Ну чё, пацаны, ничья получается у нас. Вот такое вот, пацаны, получилось видео. Если, повторюсь, оно понравилось, и вы хотите, возможно, подобное, либо прятки также на машинах, но уже на другой местности, на другой локации, либо обычные прятки уже без машин. Пишите в комментариях, какие вы хотите больше. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Максима. Ссылка на его канал, если что, будет в описании.